Это 14 лет. Вам здесь 14 лет. Да. Это вот да. тогда, когда началась это, война? Да, это вот когда началась война. Жизнь прошла, а ничего не забывается, говорит Мария Васильевна. Боль не утихает спустя даже 80 лет. Она все еще помнит, как тогда, в 41-м, маленький запорожский поселок оккупировали фашисты. Отца и старшего брата забрали на фронт. С тех пор вся семья с четырьмя детьми жила в страхе. Это было 3 марта 43-го года. На рассвете пришли полицаи, немцы, немец с ними, с собаками. И мне приказали одеваться. И меня забрали из дому. Вот в чем, что я одела на себя. Мама там мне кусочек какой-то сунула хлеба, с ней стало плохо. У коменданта девушка поняла, домой она вернется не скоро. После 3 недель в тюрьме, где почти не кормили, ее сотнями других жителей поселка отправили в Польшу. Несколько дней ехали стоя, в вагонах, предназначавшихся для перевоза скота. Привезли нас в город Шнайдемюль. Идем мы по улице. На тротуарах стоят люди. Ну, молодежь и это. Бросали в нас камни. Плевали на нас. Думала, плакать не буду уже. Месяц в концлагере на всю жизнь запомнился деревянными нарами, голодом и холодом. Уберегла ее от этого случайность, как говорит Мария Васильевна, притом счастливая. Немецкая семья забрала ее к себе работать. 2 года она доила коров, кормила дворовую живность, иногда делясь с ними похлебку. И ждала, когда уже придут наши. Глаза подняла, а там бежит паренек, шапка и звезда на нем, звездочкой. Я соскочила и прямо на него кинулась. Он оторопел и отрывает мои руки, говорит: «Ты кто? Ты кто?» Я говорю: «Да я украинка». Когда в Польшу пришли советские войска, Маша стала работать в комендатуре. Здесь она встретила не только победу, но и будущего мужа. Он оказался бичанином. Так Мария Васильевна и оказалась на Алтае. 11 апреля для нее особенный день. День освобождения таких же, как и она, узников нацистских концлагерей. Правда, в этом году Мария Васильевна не смогла возложить свою гвоздику на мемориал. В 94 года подводит здоровье, но не память. Анна Рашагирова, Артем Гусельников, Андрей Печоркин, Николай Шилко. День с толком.